Несколько раз в году инспекторы полиции проводят профилактические операции, нацеленные на сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В настоящее время в городе участились случаи детского травматизма на дорогах. Поэтому профилактическую операцию сотрудники полиции провели совместно с воспитанниками лагеря «Круто». Ребята очень ответственно отнеслись к акции и заранее подготовились. Выучили памятки, раскрасили лица и одели забавные ушки, как у зебры. Сегодня у нас происходит профилактическая акция в рамках соблюдения правил дорожного движения. Лагерь «Круто» проводит такую акцию. Останавливаем водителей и рассказываем о акции, которая проходит в нашем городе, и то, как правильно перевозить детей и соблюдать правила дорожного движения. А зачем вы одели ушки, грим? Зебра в честь дорожного знака, как бы зебра получается, правильно переходить дорогу. Сотрудники полиции, дети из «Круто» объяснили пешеходам и водителям правила дорожного движения, особенности правил поведения на дороге в вечернее время. Маленьким пешеходам они рассказали о необходимости ношения светоотражающих элементов, а водители предупреждали о недопустимости нарушения скоростного режима. Также водителям разъяснили правила безопасной перевозки маленьких пассажиров. Сегодня на территории города Десногорска проводится профилактическая акция, направленная на безопасное дорожное движение в нашем городе. Можно вам подарить буклетик? Конечно, можно. Я только за безопасное движение привозите в нашем городе. Пристегивайте сами, привозите своих деток. Хорошо, спасибо большое. Как вы думаете, необходимо устраивать такие акции в нашем городе? Обязательно. Я считаю, что необходимо. По завершению операции инспектор полиции подарила ребятам из «Круто» интересные познавательные газеты «Добрая дорога детства» и светоотражающие браслеты. Я хотела бы подарить вам эти газеты. Почитайте, там есть очень много конкурсов. Устраивайте, принимайте участие, рассказывайте своим сверстникам о том, как правильно соблюдать правила дорожного движения. Вот, спасибо. Держите. И на память вам каждому я хотела бы подарить вот такие светоотражающие. Закончился рейд общим фото на память и хорошим настроением всех участников. Ребята многое в этот день узнали от сотрудников ГИБДД и сами смогли напомнить всем участникам движения и водителям и пешеходам правила дорожного движения. Соблюдайте правила дорожного движения и пристегивайтесь за рулем. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.